Выставка детских работ в технике песочная анимация помогает понять, что прекраснее детского рисунка может быть только рисунок, созданный руками ребенка с помощью песка. На выставке представлены работы детей от 3 до 15 лет, и всех их объединяет одна тема – тема защиты животных и любви к нашим маленьким питомцам. Тему мы взяли «Мой маленький друг». Это тема дружбы с животными, заботы о животных, то есть о наших братьях меньших, тема охраны животных. Мы пообщались с детьми, выбрали эту тему, потому что сейчас поколение очень неравнодушно к нашим маленьким братьям. И вот так вот мы решили. Открытие выставки началось с небольшого представления в исполнении Елены Чаусовой, которая с помощью песка смогла нарисовать и рассказать присутствующим целую историю. Завораживающая игра песка и света никого не могла оставить равнодушным и вызвала огромный интерес как у детей, так и у взрослых. К слову, как отмечают специалисты, рисование песком помогает развитию у малышей познавательных процессов, избавляет от страхов, беспокойств и тревог, а также повышает самооценку и веру в свои силы. Песочная графика, она это новый вид искусства, которым очень увлечены многие дети. Во-первых, цветной песочек. Дети любят смешивать, засыпать, у них каждый раз новая тематика. Они просто воодушевлены, и это очень влияет, я думаю, на их восприятие мира. Он становится шире, ярче, потому что детская фантазия, я думаю, если ее не использовать, она затухает. А если показывать, насколько она может быть яркая, то ребенок растет органически, органично и становится интересным в будущем, интересным собеседником, интересным другом. Кроме рисунков животных, юные художники сами придумали сказки и проиллюстрировали их. В итоге у каждого ребенка вышла авторская книга со своей историей. Правда, для ее создания необходимо было нарисовать не только животных, но и людей. Например, кошку или снегиря, белку. Все это легко рисовать. Но когда людей рисуешь, не так-то просто рисовать их. Я давно учусь на пескографии. Мне очень ей нравится заниматься. Выставка детских работ в технике песочная анимация под названием «Мой маленький друг» будет работать до 10 апреля. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания Бук ТВ.